оборот мероприятий. По праву. Сейчас то Саратовская академия, то еще была одна. Чему же она была посвящена? Ну, Саратовская дню Конституции, ну, в общем, к чему-то приравнивалась. Нас гоняли по главам Смоленщины, и мы чуть не убились, но выиграли, типа нам 1700 вместе с налогами заплатили. Но для начала нас заставили все писать. Наша школа никогда не выигрывала. Но тут они спихнули на меня. 6 человек пишут эссе. Они мне покидали ссылочек с материалами первых попавшихся из Google. Такие, здравствуй. Я такая, спасибо. И мне пришлось самой писать. Я психанула, написала на 6 листов. Плюс очень красивый эпиграф. И, в общем, я не знаю, сколько я работала, но я реально вложила в это душу, и мы выиграли, короче. И потом пошли вот на второй тур вот, на знание закона. Это трэш. Это приятно, да. А потом за всю команду, типа, ой, команда молодец. Я нашу учительницу чуть не изничтожила. Она прекрасно знала, что я одна писала. И я такая, ну, в следующий раз не дождешься, я тебя заигнорю. Она мне на почту пишет, звонит, смс-ки шлет, и я ее заигнорю. Нет, она реально, она узнала мой номер телефона, и потом она мне постоянно названивала смс-ки. Мне что-нибудь надо, и начинается. Когда ты, блин, не спишь, время свое тратишь, что-то на что-то забиваешь, а кто-то, да, кто-то просто спит себе спокойно и венцы дела делает. Такой, ну класс, команда, что-то. Девочка часов 12 до 2 ночи писала, ей это классно, короче. Я просто взяла пример, там у нас была своего классика. Полностью весь этот репутацию, потому что писать это карта, потом я дала ей, я сказала, я писала.